церкви Лауттасаари состоялся необычный концерт. Смешанный финский хор «Лауттасаарен лаулаят» под управлением русскоязычного руководителя Виктории Мирсон представил кантату композитора Сергея Танеева «Иоанда Маскин». Руководитель хора Виктория Мирсон, окончив Петрозаводскую консерваторию и Академию Сибелиуса в Хельсинки, в конце 90-х годов начала складывать свою творческую судьбу в Финляндии. Сейчас она руководит 5 коллективами, стараясь охватывать весь хоровой репертуар – и джаз, и поп-музыку, и классику, и, конечно, духовные произведения. Языковые различия не мешают Виктории самозабвенно работать с хористами, достигая творческих высот. Если учитывать то, что исполнители финны, им нужно исполнять на русском языке, на прекрасный текст Алексея Толстого, очень много работы было с текстом. Очень много работы было и с музыкой, конечно, и особенно сложна была третья часть этой кантаты «Фуга». Виктория пришла в мир музыки не случайно. Специалист высокого уровня, она вкладывает в работу с людьми всю свою душу. Это моя жизнь, это вся моя жизнь. И общение с хористами – это моя жизнь. Это мое... эмоциональная какая-то подпитка, и чаще всего даже я ощущаю прилив физических сил, когда прихожу на репетицию абсолютно уставшая или разбитая, и чувствую, что поток энергии начинает идти от хористов, я заряжаюсь и возрождаюсь. В общем, это моя жизнь. Хоровое духовное пение – красивое и сложное искусство. Здесь важны строгая дисциплина, четкая артикуляция, умение читать музыкальные тексты, предельное внимание к партнерской и своей голосовым партиям. Вера в Бога дает необходимые душевные силы, надежду, помогает укрепиться внутренне. И хор, как душа храма, вносит свой неоценимый вклад в эту миссию. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли. Эти строки из стихотворения Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре» вспоминаешь, общаясь с участницей коллектива «Лауттасаарен лаулаят» Йонной Вейрола. Она словно излучает позитив. Ymmärrämme kyllä, joo, ymmärretään tosi hyvin ja meillä on ihan fantastinen kuorojohtaja ja vaikka me ollaan laulettu paljon eri kielillä, että on käytetty muutakin kuin suomen kieltä, niin ollaan mun mielestä saatu semmoista tunnetta niihin teoksiin ja myös sitten sitä käännöstyötä tehty ja harjoiteltu lausumista ja muuta, että mun mielestä niin kuin musiikki on ollut se tunnekieli. Прозвучавшая в концерте лирико-философская кантата Сергея Танеева «Иоанда Маскин» по праву носит смелое название «Русский реквием». В основу кантаты легла часть одноименной поэмы Алексея Константиновича Толстого. Отрывок, избранный Танеевым, представляет собой рассказ о размышлении святого Иоанна Дамаскина о жизни после жизни. «Иду в неведомый мне путь, иду меж страха и надежды». Здесь переплетаются три переживания – плач об уходе из этого мира, страх перед миром новым и надежда на прощение. Участник хора «Лауттасаарен лаулаят» Ари Лоома высокого мнения о кантате «Иоанда Маскин». Hyvä ja haastava. Hienoa lähteä tekemään tämmöistä isoa teosta, että tykkään esittää tämmöisiä suuria kokonaisuuksia ja tämän kuoron kanssa paljon saanut niitä tehdä ja tämä on yksi mielisävelmästäni ollut pidempää tämä Sergei Tanejevin damaskolainen kantaatti. Joskus olen sitä suomenkielistä versiota ollut mukana laulamassa muutama vuosi sitten. На выступление хора «Лауттасаарен лаулаят» приходят друзья и родственники хористов. А это очень разные люди. Кто-то из них может увлекаться роком, кто-то джазом. Но тем не менее, создается впечатление, что на хоровых концертах они получают удовольствие.